okay? Mm-hmm. Yeah. What you can do also, you can make little test packages for people. Что также можно делать, это маленькие тестовые, как, ну, пакеты, наборы для людей. Maybe you sail for 3 days, 3 slim, 3 matcha, and 3 incomplete. We have the sashes mm-hmm. also. Есть, ну, например, на 3 дня, там, 3 матчи, 3 incomplete, протеина в сашетах, и 3 слива, ну, 3 слива, это 6 лимов, ну, на 3 дня, в смысле. You say to them, take the shake in the morning. Вы можете сказать, выпейте шейк с утра. Take the bio-slice slim before lunch. Но выпейте перед обедом slim. And in the afternoon, 4 or 5 o'clock, you drink the matcha. А где-то в обед, в 4, там, 3 часа выпейте матчу. Everybody feels it in 3 days, everybody. И у каждого будут реальные ощущения за эти 3 дня, если вы правильно выпьете 3 продукт, в течение 3 дней. And the price is not so high if you make 3 days, you know, so people can test it. И люди, ну, это будет недорого стоить, и люди смогут у вас это купить и попробовать. То есть, ну, там цену за каждый пакетик, это можно тоже посчитать, тоже спросим. По почте посчитаем вместе. И это будет стоить недорого, человек реально может потратить деньги и купить. You can do the same with slim alone or with matcha alone. Также можно делать отдельно со слимом, отдельно с матчей. Я, например, по 10 дней продавала. So, you invest some money for the easy ship, but you also get money for new people in your team. I mean, it's mm-hmm. it must be balanced. И также вы получаете деньги от автозаказа, если ваша команда вся в перспективе на автозаказе, и также доход от новичков, то есть, ну, это и дает баланс. То есть быстро деньги на старте от вновь зарегистрированных людей здесь. Now you can use, I mean, these 2 pages, Natalia, are good, I think. These two. Mm-hmm. The goal setting is good, and this is good. We don't need a, I think we don't need a rest. We can use this, we can explain the fast start bonus very good. It's very well for... You use that sometimes? Of course I yeah? use this always. Always, huh? Yeah. Okay. So if we put it new together, we take the new name list mm-hmm. in, mm-hmm. and on this page you learn about the fast start bonus, how you use it correctly, and the first step to the director. Это есть тоже это как бы вторая страничка. Первая, мы помним, там постановка цели была. Это вторая страница, как бы, путь к успеху в компании. И очень хорошо работать с новичками при помощи вот этих файлов. Здесь, ну, просто не сильно видно, вот тут наверху объясняются деньги от бонусов быстрого старта. Это вот те 25% от новичка в первом месяце. И здесь настроение, как стать директором, здесь тоже четко, наглядно показано в баллах, как бы остальных моментах. И дальше бонусы идут за достижение рангов, это еще отдельные деньги, то есть деньги от автозаказа, деньги вот у новичков, и достижение рангов, мы когда достигаем рангов компании, нам дополнительно еще выплачиваются деньги, это есть быстрые деньги на старте, которые как бы реально, вот пока не выстроился остаточный доход, ради чего мы вообще сюда пришли, вот эти вещи, они очень помогают материально в этом плане. I mean, we have new people here today. Yeah. Normally, the rule is you make an invitation for somebody first. Invitation. No, первое приглашение for кого-либо. And then you do an information like a presentation or webinar or conference call or 2-to-1. Дальше уже идет этап после приглашения, ни в коем случае на приглашение не давайте сразу всю информацию. Дальше уже идет этап встречи. Это или презентация, такая, как у нас была вчера, как будет проводиться в офисе компании, либо 1-1 встреча, или скайп, или вебинар. То есть вот это подача информации в любом, скажем так, виде, онлайн, офлайн, это уже второй шаг. Yeah. Почта. And very important, don't show too much before somebody is willing to start. И, пожалуйста, очень важно не быть сложными, не давать сильно много сложной информации человеку еще до того, пока он реально не решил присоединиться к компании. Это касательно бизнес-партнеров или просто людей, заинтересованных в продукте? По продукту мы вообще только продуктом показываем, то есть их вообще бизнесом грузить не надо. Да. Им можно красиво давать информацию о том, что ты можешь пользоваться продуктом бесплатно, хочешь, хочу, ну и дальше уже.